сегодня я вам расскажу за уникальную секретную способность маски Азидала. Всем привет, это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и этот сейв, и за этот секрет мне рассказал Ефим Никитин. Огромное тебе спасибо, низкий поклон. Спасибо, друг, спасибо. Я просто был в шоке, друзья, когда узнал. Я был в шоке. Казалось бы, обыкновенная маска, но черт, смотрите. Давайте я вам покажу, что это такое. Азидал, вы можете его найти на острове Солтсхейм. Увеличение сопротивления огню на 50% и урон от заклинаний огня на 25% мощнее. Да, 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 да. Но это, друзья, еще не все. Вау. Давайте сейчас включим сложность легенду. Игра легенда. Легенда. Возьмем испепеление. Ага, вот у нас испепеление. Вызываем нашего Карстага, дорогого, на легенде, на легенде. Вот он, малыш. Пока особо ничего не понятно. Ничего и не видно. Сумасшедшая. Сумасшедшая буря. Ага, вот эффект закончился. Он начал призывать друзья. Вы поняли, в чем эффект? Он станется. Он никогда раньше не станется. А с помощью этой маски он может теперь станется. И самый сложный босс в игре Skyrim может быть повержен. Обалдеть. Я сколько играл, мне никто никогда этого не говорил. Да потому что никто не знал. Вы только посмотрите. Все, друзья, это имба. Просто он был невероятно сложным только из-за того, что его нельзя было станить. Его мог, по-моему, вервольф станить, но это вообще ничем вообще никак не помогало. Теперь же вы можете его станить и просто разваливать его. По чуть-чуть, не спеша. Уничтожайте. Смотрите, маны хватает, вы просто ждете. Ждете. Блин, почему-то жизни... Все! Все! Вау, друзья. Я когда узнал, я был просто... Я был в шоке, друзья. Я столько раз его пытался убить, но убил без стана. С помощью там алхимии. Ну, блин. А с помощью этой маски он теперь станется. Может быть, и другие маски тоже обладают каким-то уникальным свойством. Всего их три. Как вы думаете? Обалдеть. Ну, друзья, чтобы он станился, у вас также должно быть в разрушении прокачано два перка. Это огненное заклинание носит на 50% больше урона. Без этого он не будет станиться. То есть должен быть максимальный урон огнем плюс маской. Вау! Это просто вау! Какой сет на мне одет и что вообще здесь присутствует, ребят? Здесь у нас ожерелье, которое увеличивает магию на 105 единиц. Заклинание разрушения расходует на 42% меньше магии. Дальше у нас перчатки мага. Увеличение магии на 105%, переносимый вес увеличивается на 63 единицы. Кольцо. Увеличение магии на 105, магия восстанавливается на 105% быстрее. Легендарные ботинки Данмера. Уникальные ботинки, на которые можно наносить заклинания такие же, как и на робы, это увеличение запасил на 105, и магия восстанавливается на 105 быстрее. Маска Азидала, и все, друзья. И все. А нет, есть еще, конечно, одеяние Архимага. Все заклинания расходуют на 15% меньше магии. 50 единиц магии плюс сток скорости восстановления магии. Уникальная вещь, которую вы можете получить при прохождении коллеги Винтерхолда. Ну, вот такой вот секрет. Ну, для меня это огромный секрет, друзья. Огромный! Карстаг никогда не станется. Теперь же с этой маской он станется. Уу! Обалденно. Ладненько, это был канал Мистер Кэт. Всем счастья, добра. Пока, друзья.